Собственно, это видео для Баграта Сарпазана. Сегодня здание правительства Армении, пока я здесь стоял, пришли представители Евросоюза. И здесь постоянно говорили о том, что до 14 числа должны будут подписать в Брюсселе документ, согласно которому должны будут согласовать транзитную дорогу через территорию Мегри, то есть коридор. И если же это не будет сделано, то будет война. Значит, чем опасна транзитная дорога через Мегри? Тем, что Турция и Азербайджан ее могут использовать для осуществления Турана. И вот пока идет война на Украине. Спецоперация, как его там называют. Поэтому, если это произойдет, это будет новый геноцид армянского народа. Единственная альтернатива тому, чтобы это не произошло, это тот самый плакат, который я сейчас держу напротив правительства